армысыздар, аса құрметті қонақтар, ардақты оқытушылар және студенттер. Биыл университетіміз үшін ерекше қуанышты жыл. Санжар Жафарұлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін құрылғанына 85 жыл толуда. Университетіміздің 85 жылдық мерейтойы және университет күндері құтты болсын. Лидером среди медицинских вузов нашей страны является КАЗНМУ имени Асфендиярова. В нашем университете ежегодно, в первых числах декабря, проводятся дни университета. Добро пожаловать на университетские дни 2015! 2015 is a special year for our university. Today is the 85th anniversary of Sanjar Jafarovich Asfendiyarov, Kazakh National Medical University. As a warm tradition of KAZNMU, annually we hold university days in the 2nd, 3rd and the 4th of December. Dear ladies and gentlemen, we congratulate you on the 85th anniversary of the university. Пленарлық отырыс ашық деп жарияланады. Жетістіктермен келешегі. Темой дней университета является 85 лет КАЗНМУ. Достижения и перспективы. Құттықтау сөз. КАЗНМУ бақылау кеңесінің төрағасы. Академик Шарманов төрегелді Шарманұлына беріледі. Баршаңызды университет күндерімен және де біздің Асфендияров атындағы ұлттық медицина университетінің 85 жасқа толған тойымен құттықтап рұқсат етіңіздер. Уважаемые коллеги, я привилегирован высокой чести именно отметить и поздравить вас с 85-летием нашего родного, дорогого для всех казахстанцев, для всей нашей нации Родины. Это 85-летием университета, Казахского национального университета имени Асфендиярова. Мы гордимся своим университетом, первенцом не только медицинской сферы, но и, пожалуй, одним из тех университетов старейших,
эту КАЗГУ, еще университет, это сельскохозяйственный отраженный, эти дни празднуют. Я думаю, что такая честь каким-то образом вызывает возвышенные чувства у каждого члена нашего коллектива. Причем достижения огромные. Об этом подробно, думаю, в своем маленьком докладе расскажет наш ректор. Университет, особенно последние годы, добился колоссального успеха. Изменился не только внешний облик, эстетической составляющей, но и внутреннее содержание. По главным параметрам университет отмечен и в области науки, в области преподавания, в области воспитания. Огромного успеха признан как лидер наш университет. Этим мы должны гордиться. И одновременно я хочу выразить свою благодарность нашим гостям, кто пришел поздравить, это заместитель акима города Алматы. Молодое поколение продолжает начатое еще много лет своим, например, трудом и снискавшее особое уважение сегодняшнего руководства акима. Самые молодые люди, им совершенствовать и, как в общем, дать возможность нашу прекрасную Алмату превратить в процветающий, любимый наш город, самым красивым городом и восстановить ту честь, которую вообще-то в какой-то степени мы теряли. И Алмата обновляется, именно мы поздравляем нашего куратора непосредственно, вот Армана Тарпаева. Новый заместитель, молодой, его руководитель, самый молодой среди всех акимов наших областей. А вот новый наш выпускник, заместитель министра здравоохранения Ельжан Амантаевич Бертанов. Я думаю, что они пришли поздравить, и они, например, делятся своим, если можно сказать, своей гордостью, что наш вуз, говорится, находится в авангарде своими достижениями, как, в общем, превратился, говорится, в наш национальный бренд. Благодарю вас. Счастья вам, успехов вам. Құттықтау сөз Алматы қаласы әкімінің орынбасары Қырықбаев Арман Оразбайұлына беріледі. Қадірлі медицина саласының майталмандары, құрметті ағалар, енді біздің елімізде жоғары оқу орындары аз емес, бірақ соның ішінде бірегейі осы Санжар Асфендияров атындағы Қазақстан ұлттық медициналық университеті. Сонау 1930 жылы құрылған екен, шыны керек мен енді медицина саласы маманы болмағаннан кейін көп нәрсе бұл жерде біз үшін таңсық. Мына залдың өзінде бүгін бірінші рет сөз сөйлеп тұрмын, жанымда отырған Ержан Амантайұлын айтып қойым, мына жер былайша айтқанда театр сияқты екен деп. Мен ойлаймын, сіздердің студенттеріңіз өте бақытты деп, осындай міне алдыңғы буын ағаларымыз, апаларымыз салып кеткен осындай керемет ғимаратта оқып жатыр. Мынандай жағдайда жаңа алдымызда сөз сөйлеген Төрегел Шарманович айтты ғой, жалпы университеттің өзінің орны жөнінде, қандай жетістіктері жөнінде, әсіресе мына соңғы уақыттарда қол жеткізген жетістіктер жөнінде. Сондықтан бәрі ұзағынан болсын дейміз, құтты болсын. Университет өзінің алдыңғы қатардағы рөлінен ешқашан айырылмасын, халықаралық қарым қатынастары бәрі тығыз бола берсін. Мен баршаңызды қала әкімінің атынан, Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек мырзаның атынан шын жүректен құттықтаймын. Ол кісі бүгін өзі келу керек, бірақ қазір енді қауырт кез,
кеше ғана елбасымыз алдына үлкен жолдауын жасады. Сонда сол бойынша біраз жұмыстар бар. Қазір қалада активке дайындық жүріп жатыр. Сіздерге деген университеттің ұжымына деген студент оқытушылар қауымына, оның ішінде студенттерге деген өзінің ұшқыр сәлемін, құттықтау хатын менің қолымда. Мен осының ішінде көлгөзі лебізі сіздерге деген сезімі бәрі жазылған. Мұнда 85 жылдық тарихында университеттің қаншама белестерден, биіктерден біздің мемлекетімізбен бірге өтіп, 65 мыңнан астам дәрігер дайындап шығарған жазылған. Сол 65 мың дәрігер дайындауға 1700-ден астам оқытушы қатысса деген. Енді себеп деп айта беретін болсақ, оның ішінде академик те бар, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты да бар, кандидаты да бар. Қысқасын айтқанда, жалпы біздің медицина саласында бәсекеге қабілетті нағыз 2023 жылы дамыған осы елдің қатарына қосылуға жағдай жасайтын білікті мамандар дайындап шығудың барлық жағдайы жасалған. Сондықтан бәрі құтты болсын. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Рахмет. Көп-көп рахмет сізге. Сөз кезегі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Бердалов Елжан Амантайұлына беріледі. Саламатсыздар ма, қадірлі әріптестер, құрметті қауым. Біріншіден барлықтарыңызды бүгінгі Қазақ ұлттық медициналық университетінің 85 жыл мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Өздеріңізді білесіздер, мен өзім 1994 жылы осы университетті бітірген, сонымен осы мүмкіндікті пайдаланып осы залда отырған қатарлы аса құрметті ұстаздарға алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Құсап болса, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасы денсаулық және әлеуметтік даму министрін Тамара Қасымовна Дүйсенованың жолдауын жеткізуге мүмкіндікті пайдаланып. Уважаемые коллеги, позвольте от имени Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и от себя лично поприветствовать всех участников международной научно-практической конференции, а также поздравить коллектив Казахского национального медицинского университета имени Смендиярова со знаменательной датой 85-летним юбилеем. Сегодня КазНМУ – это ведущий медицинский университет страны с особым статусом, осуществляющий подготовку более 11 тысяч студентов, резидентов, магистрантов и докторантов, имеющий обширную сеть международных связей и более 100 научными центрами, университетами из 43 стран мира. По всему Казахстану во многих странах мира успешно трудятся выпускники университета. Лидирующие позиции в национальных рейтингах вузов и образовательных программ являются результатом плодотворной профессиональной деятельности коллектива КазНМУ. Как показывает опыт развитых стран, университеты являются национальным достоянием государств и локомотивом развития не только системы образования, но и государства в целом. За 20 лет независимого развития Казахстана под руководством президента и лидера нации Назарбаева Нурсултана Абишевича в стране высокими темпами идут процессы преобразования во всех сферах государственного обустройства, в том числе здравоохранения. И в этом неоценимый вклад профессорско-преподавательского состава наших медицинских вузов. В рамках реализации национальной стратегии в Республике Казахстан проводится планомерная работа по повышению качества медицинского образования. Приняты меры по укреплению материально-технической базы медицинских вузов, созданы учебно-клинические центры, приобретено современное оборудование, укреплены собственные университетские клиники. Реализуются мероприятия по обучению медицинских кадров инновационным технологиям, в том числе с привлечением зарубежных специалистов. По мере роста благосостояния государства и модернизации общества возрастают социальные ожидания в отношении здоровья. Новый этап развития отрасли выдвигает новые вызовы, в том числе перед медицинскими вузами. В настоящее время разработан проект новой государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулук» на 2016-2019 годы. Одним из стратегических направлений, которое является дальнейшая модернизация медицинского образования и науки. И университет, как крупнейший вуз страны, может и должен внести свой вклад в реализацию этой программы. Для этого здесь есть все условия. Материально-техническая база и, самое главное, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Достойные студенты, опыт и интеллектуальный потенциал многих поколений специалистов и преподавателей, наличие широкого международного партнерства.
Уверена, что проводимая совместная работа по дальнейшему развитию системы здравоохранения в нашей стране позволит внедрить новые стандарты подготовки кадров и тем самым повысить уровень оказания медицинской помощи на качественный новый уровень. Желаю всему коллективу университета творческих успехов, креативности в решении поставленных задач в деле подготовки медицинских кадров. Министр Дюсенов. Несколько слов для гостей. Dear colleagues, distinguished guests, on behalf of the Ministry of Healthcare and Social Development, I would like to welcome you on this extraordinary event, and we are very proud that our Kazakh National Medical University has widespread partners within well-known international organizations, international medical universities, and we believe that in the nearest future we will strengthen our partnership together with this university and other medical universities in this country. So let me, on behalf of Minister of Healthcare and Social Development and myself, wish you a great stay here and successful conference. Thank you. Thank you very much for your powerful message. Слово предоставляется ректору КазМУ имени Асфендиярова профессору Аканову Айкан Акановичу. Құрметті достар, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер бүгін біздің осындай үлкен өткізіп атқан тойымызға. Дорогие друзья, дорогие коллеги, добро пожаловать на наш вот такой мероприятие, которое посвящено нашему дню рождения. Ladies and gentlemen, dear guests, you are welcome to our life and family meeting to celebrate University Days this year. Thank you. Уважаемые друзья, коллеги, вчера только было послание главы нашего государства. Главным является то, что страна должна мобилизоваться. Мы все с вами сейчас должны в условиях действительно непростого, сложного, в экономическом, сейчас в политическом плане, вот этого периода мы должны мобилизоваться и не просто выйти из кризиса, мы должны выйти победителями, мы должны выйти более сильными. И это время, время испытаний наше. Поэтому наша сегодняшняя встреча, она происходит очень просто, она без помпезности. Это собрались друзья, выпускники, преподаватели этого университета. И вот мы сегодня с вами проводим вот такую нашу как бы дружескую, семейную, что ли. Так я хотел, чтобы такая была атмосфера. У нас Министерство здравоохранения, с министром я разговаривал, все поздравляют. Ержан Амантаевич, наш выпускник. Алмали Бековна, директор департамента здесь. Здесь все наши дорогие, наши гости, ректора всех медицинских университетов здесь, во главе с профессором Рахим Бековым. Все медицинские университеты здесь. Выпускники здесь у нас приехали, выпускники из всех регионов. Я знаю, что в рамках вот этих встреч завтра будет 50-летие выпускников стоматологического факультета. И они сделали прекрасную ротонду, поставили на территории университета, можете посмотреть. Приехали к нам гости из 20 стран. Из 20 стран гости. Практически все ведущие страны, все ведущие специалисты здесь. Начиная от Соединенных Штатов, Японии, Великобритании, ну все страны. Я думаю, потом, по ходу, мы будем представлять наших гостей и будем слушать. Приехала даже наша выпускница, вице-премьер Кыргызской Республики, доктор Ниязалиева, приехала наша. То есть все наши собрались выпускники. Наши гости пришли, посол Иордании, генеральный консул Афганистана здесь. Если я кого-то еще пропустил в международных организациях, вы извините, там еще регистрация идет, мы просто сейчас ускоряем эту ситуацию. И я хотел бы сказать, что среди нас президент Всемирной Федерации медицинского образования профессор Дэвид Гордон сидит здесь. Вот он сейчас приехал, собирает всех ректоров вокруг себя, куда медицинское образование Казахстана должно идти. То есть он как коллега приехал к своим коллегам. Здесь очень много гостей.
Здесь очень много друзей, я вижу. Главных врачей я вижу, наших звезд, директоров вузов, директоров наших научно-исследовательских институтов. Каждый здесь сидящий человек – это легенда, это рассказ целый. Но мы сегодня, еще раз повторяю, собрались на нашу, действительно, университетскую, если хотите, это еще раз повторяю, дружескую, семейную, что ли, такую встречу. Поэтому вот эта первая официальная часть, мы ее быстро проведем, потом начнется наша, то есть неофициально, потом начнется наша в программе повестка дня. Я благодарю Армана Лазбаевича, который представляет сегодня мэрию нашего города. Должен был проехать Аким до последнего момента, не смог, потому что, вы знаете, сейчас ситуация у нас действительно требует мобилизации, напряжения. Я благодарю Министерство здравоохранения. Здесь наша гордость зовет Джуман Алиевна, она представляет партию Нур Отан. Собрались все друзья, поэтому you're welcome, добро пожаловать на нашу конференцию. Спасибо. Құрметті оқытушылар және студенттер, пленарлық отырыстың салтанатты бөлімі осымен аяқталды. Негізгі екінші бөлімге көшуге рұқсат етіңіздер. Dear ladies and gentlemen, the official part of today's festival is over. Let us turn to the second part of this event. Президиум приглашается модератор и основные спикеры пленарного заседания академик Шарманов Торинельте Шарманович. We welcome to the presidium of key speakers Professor David Gordon, the president of World Federation of Medical Education, Professor Timothy Spector, director of Department of Wings and Genetic Epidemiology Research of St. Thomas Hospital, London, the United Kingdom. Университет ректора, профессор Аханов Айхан Аханұлы шақырылады. Почетный профессор КАЗНБУ имени Асфендиярова и звание «Гордость университета» и «Надежда университета». Обладатель звания «Стипендиат» имени Асфендиярова. На сцену приглашается ректор КАЗНБУ имени Асфендиярова профессор Аканов Айкан Аканович. Вы знаете, в этом году в связи вот с тем, что мы сдвинули программу, вот эти небольшие сбои произошли, я прошу за это извинения. Мы думали, в 10 часов начнем торжественно, не спеша, там, да, да, вот, до полного упора. Ну, попросили, сейчас идет в городе очень большое мероприятие, весь актив города по поводу послания президента, и поэтому все это немножко сдвинулось, и я прошу в этой связи извинения, что такие перебои. Тем не менее, в начале каждого года мы вспоминаем лучших из лучших. И сюда публично перед вот этот зал 1200 человек помещается. Мы приглашаем обычно лучших из лучших. И сегодня вот эту процедуру перед началом мы, наверное, проведем. Пожалуйста. Решение ученого совета КАЗНБУ от 25 ноября 2015 года присвоить звание почетный профессор КАЗНБУ имени Асфендиярова. Звание почетный профессор КАЗНБУ имени Санджара Джафаровича Асфендиярова присуждается доктору медицинских наук профессору Нурмакову Аману Жамеловичу. Проработал всю свою жизнь. После как он закончил Карагандинский медицинский институт, он здесь закончил аспирантуру, докторантуру. Он является основоположником целого направления. И я хочу от имени всех нас поблагодарить его, поблагодарить за служение нашему университету.
и пожелать ему самого лучшего в нашем мире. Дорогие друзья, уважаемые преподаватели, учителя, дорогие наши студенты, сегодня очень торжественный день для меня лично. А почему? Потому что в этом году исполнился 50 лет, как я закончил медицинский институт. Из них 48 лет я работаю вот под крышей этого храма науки. Приехав и поступив в аспирантуру, я прошел путь от аспиранта до профессора. И в этом заслуга, огромная заслуга моих учителей. Многие из них в Караганде, но здесь сидят мои учителя, которые сопровождают меня с 59 года до сегодняшнего дня. Это академик Тремель Шарманович Шарманов, это академик Алсамбарах Ширахишев, это Марьян Ильясовна Давлетбакова, это Ахмед Алдашевич Алдашев. Это люди, которые мне преподавали на первых, вторых, третьих курсах еще те далекие годы, сейчас уже ушедшие в историю. И вот за эти 48 лет, что я работаю в этом университете, я работал под руководством 5 ректоров. Это Сибагат Раскалевич Карымбаев, это Куаныш Муварабович Маскеев, это Евгений Степанович Белозеров, это Талгат Аширович Муминов и наш уважаемый Айкан Аканович Аканов. Эти люди с большой буквы, вот сделали очень большое дело для того, чтобы наш университет достиг от сегодняшнего дня и сегодняшних достижений, что мы имеем. Особенно я должен отметить Сибагата Раскалевича Карымбаева, Куаныш Муварабовича Маскеева и Айкана Акановича. За последние 5-7 лет университет преобразился до неузнаваемости. Вы все это видите. Я нисколько не прибавляю и не убавляю. Айкан Аканович сделал очень многое. И надеюсь, что сделает еще больше. Айкан Аканович, это не от того, что я хочу вам польстить. Я не отношусь к категории ближних к вам людей, но тем не менее я объективно оцениваю труд каждого человека, который мне нравится и нравится тем, что они делают для нашей Родины, для Казахстана, для молодежи, для медицинских работников. Огромное спасибо всем. Я, конечно, мог бы назвать очень много фамилий. Я вот хотел бы назвать Камал Сарваровича, хоть я у него не учился, но он сделал очень много для того, чтобы я стал таким, как я сегодня. Долгое время я вместе с ним работал, когда он работал деканом педиатрического факультета, секретарем партийной организации. Он воспитал меня как педагога. Спасибо вам всем. Почетный профессор КАЗНБУ имени Асфендиярова присуждается
PhD ассоциированному профессору Мейрманову Серику Касымхановичу. Этот молодой человек, с именем которого мы сейчас связываем звание почетного профессора, молодой парень, закончил Свердловский медицинский институт. Это ученик профессора Рахетбекова. Сразу уехал в Японию. За 12 лет он стал PhD. Сегодня он работает... Международный японский университет, в котором учатся студенты из 110 стран мира. И вот он вот уже в течение 5 лет постоянно где-то 2-3 месяца проводит у нас в университете как визитный профессор. Он за это время подготовил, защитилось 3 PhD у нас в университете, и 3 PhD стоят в этом году стоят на защите. Это человек, который помог всем нашим докторантам, особенно когда в 2010 году перешли, это было же очень трудно. Как работать на международных стандартах, как писать статьи, как проводить современную статистическую обработку данных и так далее. Действительно, Сергей Касымханович сделал многое для того, чтобы новое поколение PhD-докторантов твердо встало на ноги. Я поздравляю от имени всех ваших учеников, я поздравляю от Института общественного здравоохранения и надеюсь, что вы еще поработаете долго на благо нашей страны. Let me first greet you in English, distinguished guests, dear colleagues. It's a great honor to stand here in this university and to receive this honored professor. And during the last 8 years since Rector Akanov became the president of this university, there are great changes in this university, and this university became one of the best in the country. And I'm sure that it's reached highest level in the world. Thank you very much. And also a few words, well, in Japanese, as I'm working for several years over there. すいません。皆さんこんにちは。今日はとても嬉しいです。今日は教授のもらうのはとても幸せです。また今度頑張りたいと思います。Звание почетный профессор Казымова имени Асфендиярова присуждается доктору медицинских наук профессору Пичхадзе Гураму Михайловичу. И это не сложно, да? Ни одно поколение студентов пришло ли профессор Пичхадзе падали в обморок. Правильно? Я думаю, Гурам Михайлович, это действительно патриот нашего университета. Мы гордимся вами, Гурам Михайлович, и желаем всего-всего самого хорошего. Дорогие коллеги, гости, студенты, еще раз с праздником, спасибо большое. И укрепление имиджа университета. На основании решения ученого совета Казанму от 28 октября 2015 года. Уважаемые коллеги, мы отмечаем успех года наших выпускников, наших студентов. В этом году прошло экстраординарное событие. Наш студент 4 курса из Афганистана ехал на трамвае. Ну и ехал себе, ехал. А трамвай вот взял и сошел с ума. Трамвай развил огромную скорость, неуправляемый. Водитель остался за трамваем.
все молодые люди стали выпрыгивать, потому что они же инстинкт самосохранения, все спортсмены. В трамвае остались женщины и дети. И вот нашелся один парень, который, рискуя жизнью, разбил стекло, залез в этот кабину водителя и остановил этот сошедший с ума трамвай. Здесь много нас, наверное, в том числе я, наверное, тоже, наверное, спрыгнул бы, наверное. Но посмотрев, как он сам говорит, в глаза этим детям, этим женщинам, он действительно совершил поступок. Я думаю, врач, его гуманность вот проявляется в таких ситуациях, когда нужно вставать. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kezek Asfediyar adındaki Kazak Ulutuk Medisina Üniversitesi'nin gününe hoş geldiniz. Kazakistan ilbası Nursultan Nazarbayev'den ilk köp algısını bildiremin. Bizi olsun deyip қандай мүмкіндік беріп, осында Қазақстанға алып келіп, бізді осында университеттерге мысалы, бізді тәрбие беретінің үшін көп-көп алғысымды білдіремін. Біздің республикамыз, біздің ұрпақтарымыз мұны хеч уақытта бұл еткен жақсылықтарына Қазақстан азаматының халықтарының еткен жақсылық еткен мәртебесіне еш бір біздің ұрпақтарымыз оны ұмытпайды. Оның үшін біз Қазақстан республикасының мысалы мен бұл жерде бір мүшесі деп өзімді ойлаймын. Себебі мен осында Қазақстан республикасының қандай ауарасыны, суыны, тамағыны, тұзыны ішемін. Мен ондықтан Қазақстан қандай әр түрлі уақытта мен оған көмектесем деп өзім өлген кезде де мен Қазақстан халқына көмектесем деген сөзді ойлап осындай қарыз деген сөз сияқты көріп ойладым. Сондықтан мен де Қазақстан республикасының халықтарының еткен жақсылықтарды мені сыйлаған үшін біздің айкан біздің ректеріміз олардың бізді воспитат етіп отырған, яғни тәрбие беріп отырған үшін көп-көп рахмет айтамын. Вот как на казахском разговаривает, а? Он говорит на каких языках? На казахском, русском, туркменском, фарси, английском. Пожалуйста, значит. Ниязалиева Тамира Абаскановна, ғылыми кеңестің шешімінің негізінде Қырғыз Республикасының денсаулық сақтауды дамытуға және әлеуметтік мәселелерді шешуге қосқан үлесі үшін университет мақтанышы номинациясы бойынша үздік болып танылды. Я хотел бы рассказать удивительную историю, которая произошла с одним из наших выпускников. Наша выпускница фармацевтического факультета закончила здесь и работала в своем родном Кыргызстане, не подозревая о том, что впереди идут большие жизненные испытания. Несколько лет тому назад эта наша дружеская соседняя страна стояла на краю пропасти. Она стояла на грани гражданской войны. Народ весь был в беде. И в это время все-таки разумные силы нашлись, и было создано переходное временное правительство во главе с техническим президентом, вы знаете, госпожой Атубаевой. И наша выпускница, она в то время была
занималась своим бизнесом. Да. На этой волне она стала депутатом, потому что все нормальные люди стали собираться. И она стала техническим министром, членом вот этого технического кабинета. Они избрали законного президента во главе с госпожой Тумбаевой и отошли в сторону. Сейчас страна хорошо развивается. И наша кузница работала, чтобы вот эту ситуацию, самую сложную ситуацию, чтобы выправить вице-премьером Кыргызской Республики по социальным вопросам. Здравоохранение, образование, все вот эти пенсионные, социальные обеспечения. На плечи этой хрупкой девушки выпало, не дай бог каждому из нас, наверное, мужчин такие тяжести не выдерживают. И вот ситуация выправилась, она депутат, и мы гордимся вами. Мы считаем, что это наш выпускник, огромный успех, огромный вклад в свою страну. Поэтому я поздравляю от имени всего вашего университета. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу от имени Кыргызстана приветствовать сегодняшнюю конференцию, сегодняшний праздник в нашем Альма-Матер. С праздником вас! Где бы мы ни были и кем бы ни были, мы выпускники этого университета, а в то время назывался Алматинский государственный медицинский институт, мы храним в сердце нашем частичку вот этой любви, этой вот гордости, что мы учились в этом университете. И знаете, бывает так, что в жизни бывало так, что собирались выпускники многих университетов, где вот именно выпускники Алматинского государственного медицинского института были всегда на высоте. Мы этим всегда гордились. Мы были даже всякие конкурсы или же какие-то мероприятия, где выпускники нашего института, университета занимали всегда первые места. И Алматинская школа вот именно всегда считалась вот на постсоветском пространстве вот всегда очень сильной школой. И сколько бы лет ни прошло, как мы закончили этот университет, то мы с очень большой нежностью, с большой гордостью всегда вспоминаем наших преподавателей, тех, которые дали нам возможность почувствовать свою силу, иметь при себе прекрасные знания, которые помогли нам в жизни добиться больших успехов. Мы в Кыргызстане до сих пор, хотя прошло 30 лет, как мы закончили этот университет, мы в Кыргызстане всегда до сих пор являемся сплоченным коллективом выпускников этого университета. Более того, мы на постсоветском пространстве всегда, вот наш курс, это выпускники 82 года, мы собираемся не только каждый год, но и в год по несколько раз. Ходим на все наши большие мероприятия, общаемся с друзьями по всему Казахстану, по всему Кыргызстану. И мы этим гордимся, потому что мы стали сегодня не только сокурсниками, а стали родными братьями и сестрами. И в этом есть большая заслуга нашего университета. И я хотела бы сегодня поблагодарить от чистого сердца весь коллектив вот университета и, конечно, ректора нашего уважаемого Экана Кановича за то, что он смог нам подарить вот такой большой праздник души. Потому что, когда я ехала сюда, я вот все время вспоминала свою молодость. И это еще раз дает такой большой позитив вот в нашей жизни. Я думаю, что это дает также большой стимул. Огромное спасибо, что вспомнили нас, и тем более вот так награждаете. Большое спасибо, всем больших успехов. Рустикова Сауле Трёберген-Казан.
номинации за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки Республики Казахстан и укрепление имиджа университета на основании решения ученого совета КазМУ от 28 октября 2015 года. Еще одна удивительная история нашего выпускника. Сауле работает у нас, она доктор медицинских наук. Но в этом году год для нее удался звездным. Потому что впервые Казахстан, ну, у Казахстана три космонавта. Вот в этом году Казахстан сам начал готовить людей, своих астронавтов, космонавтов, и готовить у себя в Казахстане. И Сауле личный врач первого подготовленного в Казахстане космонавта. Она его провожала на космический корабль, она его встречала в наших бескрайних степях, она выводила его из этого состояния. Это действительно успех врача, это звездный успех врача. Я поздравляю Сергея. Давай вам слово. Уважаемый Айкан Иканович, уважаемые коллеги, дорогие гости, для меня это огромная честь и, наверное, это один из самых счастливых дней в моей жизни, но это не только честь, это огромная ответственность. И я хочу искренне поблагодарить, выразить огромную признательность и огромную благодарность за ту высокую оценку, которой удостоилась я, в общем-то, за свой обыкновенный врачебный труд. Спасибо огромное. И я очень горжусь тем, что я выпускница этого университета, я очень горжусь тем, что я работаю в этом университете. И я желаю нашему университету, это действительно флагман медицинского образования нашей республики, я желаю достижения новых космических вершин. Спасибо. Университет үміті марапатын табыстау. Университет үміті атағының егері жалпы медицина факультетінің 5-ші курс студенті Шарипов Дәулет. Надежда университета. Это тоже каждый год мы выбираем. Студент, который учится только на отлично. Студент, который учится на трех языках. Студент, который имеет международные публикации. Студент, который представлял наш университет несколько раз на международных олимпиадах, на международных конференциях с докладом, завоевывал первые места. Вот это вот новая генерация наших студентов. Так. Қазақша сөйлеген келетін еді, яғни өз жүрегінен шыққан сөздерді әдеби тілде талмағандықтан өз тілімді шала қылғым келмейді. Сол себептен сізде рұқсаттарыңыздан орысша сөйлеген келеді. Уважаемый Аркан Аканович, уважаемые профессора, преподаватели, гости, для меня эта награда – это высокая честь, но в то же время большая ответственность. Приложу все усилия, чтобы соответствовать этому званию. Хочу выразить слова благодарности руководству университета за те условия, которые создаются для студентов, развития научной сферы, личностного развития. Мы это видим и чувствуем. Также хочу поблагодарить декана Рахмута Жбайну, своего факультета, весь деканатский корпус за их работу. Мы также благодарны. Спасибо большое. Санжар Жаппарова Свендиаров атындағы атаулы шәкіртақы иегерін марапаттау. Жалпы медицина факультетінің студенті Солтанай Жәнібек. Конечно, мы каждый год в этот день вспоминаем нашего первого ректора. И в его честь у нас есть именные, самые лучшие из лучших студентов. И вот их у нас двое сегодня, да? Вот один из них, который ведет, он и в поле жнец, и на дуде игрец, да? И английский, и русский, и казахский, что хотите. Вот такие студенты у нас подрастают. Отличник. Действительно настоящий хороший студент. Саджа Жанбарова Сидиан Парктара. Атаулы шакыртағы егерін барапаттау. Жалпы медицина факультетінің студенті Серік Касым.
Удивительный студент, он пришел ко мне поступать на первый курс и говорит: я в любом случае хочу учиться только в вашем университете. И он действительно не просто учится, он учится просто великолепно. Ты на скольких международных конференциях был? Я. Кельватский? Сегиз халтарал конференция Гатстан. Соның ішінде алты мемлекетте, Кореяда, Малайзияда, Турцияда, Қырғызстанда, Россияда, Украинада болды. Бүгінгі марапат иелеріне тағы да бір қошемет көрсетіп қояйын. Мен біріншіден өз университетіме үлкен алғысымды білдіремін. Осы университетте оқығаныма және осындай ұлы тұлғалардың арасында өскеніме өте қуаныштымын. Сол себепті өз ректорыме және барлық мені қолдағандарға, менің жетекшілеріме Александр Дмитриевич Соколов, руководитель, Бұран Михайлович, қазір. Большое спасибо вам. Всем большое спасибо. У нас эта часть завершается. Я хотел бы, уважаемые, вот весь народ, посмотрите, звездный состав нашего университета, наши учителя, наши выдающиеся выпускники, наши надежды. Вот весь университет представлен вот здесь. Запомните эти лица. Спасибо. Спасибо. Алдарыңызда өнер көрсететін Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернатының қастар хоры Қазақстан әні.